50 лет они строят дома, больницы, вокзалы. Полувековой юбилей отпраздновал стройтрест номер 3. Более 500 человек сегодня трудятся в подразделениях стройтреста в Чебоксарах, Шумерле, Канаше, Новочебоксарске. Строители одновременно работают на 9 объектах республики, и в этом году общая площадь возведенных жилых домов 40 тысяч квадратных метров. Показатель, который удалось достичь в юбилейный год, стал рекордным за всю историю строительной организации. Со своей стороны правительство республики делает все возможное, чтобы обеспечить строительную отрасль госзаказами. Сегодня на уровне правительства Российской Федерации обсуждаются и будут утверждаться 24 федеральных программ, где республика тоже будет участвовать. Если взять такие проекты стратегического назначения, только на дорожное хозяйство в течение 6 лет будем привлекать 24 миллиарда рублей. Это по нашей республике. Безопасные и качественные автомобильные дороги. Вклад стройтреста в развитие строительной индустрии Чувашии отмечен почетной грамотой республики. Лучшие работники по традиции получили благодарности главы региона. А штукатур Зинаида Андреева удостоена почетного звания «Заслуженный строитель Чувашской республики».